Ну вот после первых запусков, там вот Хайло. Кто говорил, что тут образуется какой-то снег, прокладки. Начнут течь. Ничего не текет. Я считаю, нормально. Последний раз топил 4 мешка опила сырого. На опиле при температуре минус 19 на улице на всю ночь хватило 4 мешков опила сырого с пилорамы. Вот он. Угля сжег 120 килограмм за трое, ну там не понял, за трое, даже больше, ближе к 4 суток. Буду покрывать печку пенополиуретаном, и надо доделать крышку, чтобы она была герметичная. Все работает в автомате. Кто там что не говорил, он только обосрать все готовы. Всем спасибо.